Всем привет от компании MCL. Меня зовут Татьяна, и сегодня речь пойдет о разработке агрохимического паспорта земельного участка. Агрохимический паспорт поля или земельного участка – это документ, который содержит данные об агрохимической характеристике почвы и ее состоянии загрязнения токсическими веществами и радионуклидами. Разработка агрохимического паспорта является результатом агрохимической паспортизации всех земель сельскохозяйственного назначения. Агрохимическая паспортизация осуществляется с целью государственного контроля за изменением показателей плодородия почв, также за загрязнением токсическими веществами или радионуклидами и рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения. Объектами агрохимической паспортизации выступают сенокосы, пастбища, также многолетние насаждения и пашня. Партнерское сотрудничество нашей компании с Институтом земледелия Национальной академии наук Украины, а также Главным научно-исследовательским и проектным институтом землеустроя позволяет нашим специалистам предоставлять вам полный спектр услуг в сфере землепользования и проводить все агрохимические исследования любой сложности. Обращаясь к нам, вы будете уверены в качестве выполненных услуг. Спасибо большое за внимание.